Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Приготовлю простой и быстрый пирог с ягодами. Можно использовать любые ягоды, свежие или замороженные. В чашу добавила яйца, сахар, соль. Перемешиваю. Добавляю растительное масло без запаха. Молоко. Добавляю соду, вы можете заменить на разрыхлитель. Перемешиваю. Добавляю муку и хорошо перемешиваю. У меня черная смородина замороженная. Добавляю 1 столовую ложку муки. Аккуратно перемешиваю. Перекладываю ягоды в тесто и аккуратно перемешиваю. Стенки формы смазываю сливочным маслом. Перекладываю тесто в форму. Заранее разогреваю духовку до температуры 175 градусов. Выпекала в духовке 45 минут. Готовность пирога проверяйте зубочисткой. Время выпекания может отличаться, все зависит от того, свежие у вас ягоды или замороженные. А также ориентируйтесь на свою духовку. Даю пирогу остыть в форме 10-15 минут. Украшаю пирог сахарной пудрой.
Вот такой пирог у нас получился. Пирог получился очень вкусный, сладкий, с легкой кислинкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно. До новых встреч!